Сам-ан, ты напугал меня. Что вы оба делаете? Располагаем новые хадисы и приписываем их посланнику Мухаммаду. Разве вы не знаете о смерти их халифа Махди? Мы слышали об этом, но это не мешает нам делать наше дело. Мы подготавливаем и наносим удары всей их религии, а не одному халифу. Оставьте эти придуманные хадисы. И давайте потрудимся над другими хадисами, еще более губительными для них. Что ты имеешь в виду, Сам-ан? Их халиф Махди умер от яда. Его убил его сын Хади, когда узнал, что он сместил его с наследования халифатом. Некоторые говорят об этом. И мы должны говорить об этом и распространить это среди людей. Сын убивает своего отца, стремясь к власти. Это действительно дело, которое вызовет смуту. А смута хуже убийства, как говорит их Коран. Значит, останемся в мечети после полуденной молитвы и поговорим с людьми об этом деле. Слушай, ваши речи обязательно должны быть подготовленными. Я не понимаю, мы должны осуждать Хади за то, что он сделал со своим отцом, или защищать его? Один из вас будет осуждать непокорного сына, который убил отца, стремясь к власти. Другой будет оправдывать его. Важно, чтобы спор, который будет происходить среди людей, был между защитником и возражающим. Их Коран говорит: «Ты хорошо знаешь их Коран, Саалаб. Если они не могут взять пользу от него, то, может, мы сможем. Пошли, пошли, пошли. Следуйте за мной». Если ты скажешь мне правду, служанка, я облегчу твое наказание. Кто подговорил тебя убить халифа? Меня никто не подговаривал. Тогда почему ты его убила? Я не хотела его убивать. Я хотела убить служанку Марджану. Мою служанку? Она гордилась тем, что близка с тобой, и поклялась убить меня. И я захотела опередить ее и убить ее. Но ты предложила яблоко халифу. Я не предлагала ему. Я шла вместе с ними к Марджане. И когда мой господин халиф увидел у меня яблоки, взял одно. Я попыталась забрать его, но он опередил меня и съел его. Отведи ее к судье, чтобы он наказал ее соответствующим образом. Хвала Аллаху! Хвала Аллаху! Каким было бы мое горе, если бы это оказалось не так? И я также был несправедлив к брату, плохо думая о нем. Я пойду и присягну ему на верность. Студия АТВ представляет многосерийный художественный фильм об одном из четырех выдающихся имамов Масхаба, имама Аш-Шафии. 10-я серия. Машалла, тебе стало лучше, отец. Хвала Аллаху, я чувствую себя здоровым. Принеси мне мою накидку. Я хочу пойти в мечеть пророка. Хорошо. Ты бы отдохнул сегодня? Я не хочу терять ни один день. Ведь я не знаю, сколько мне осталось. Аш-Шафии дает уроки в мечети вместо тебя. Ничего не случится. Я пойду, послушаю его и посмотрю, как он. Подай мне чалму. Мы не противоречим с учением Ханафи во всем и не принимаем его полностью.
Мы рассматриваем каждый вопрос отдельно, чтобы увидеть доказательства тому. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Проходи, имам. Я пришел всего лишь послушать твой урок. Прости меня, о великий Аллах. Если пришла вода, невозможен таяммум. Продолжай, как обычно, Шафий. Мы не так обучены, имам. Да смилуется Аллах над тем, кто знает себе цену и цену другим. Прошу тебя, имам. Я не подготовил тему для обсуждения. Если у кого есть вопросы, спрашивайте. Я первым спрошу, имам. Прошу тебя, Шафий. Что ты думаешь, имам, об учении ханафи, главенствующей среди жителей Ирака? Что ты сам думаешь, Шафий? Я говорил с пришедшими из Ирака и нашел, что их учение о собственном суждении достойно изучения и исследования. Ты, кажется, не уверен в учении сунны и предания, которого я придерживаюсь. Как я могу быть не уверен, имам, если ты путеводная звезда? На небесах много путеводящих звезд. Ради Аллаха, учитель мой и имам, не подозревай меня в неблагодарности и отрицании твоей милости, оказанной мне. Я всего лишь хотел ознакомиться с новым учением, которое поможет мне выбрать путь. Шафи. Верность учителю не означает придерживаться его мнения. Верность учителю значит придерживаться его пути в поисках знаний среди всех остальных источников. Этого я и хотел, имам. Я сидел с Абу Ханифой, да будет милостив к нему Аллах, и беседовал с ним, и сидел с его учеником Мухаммадом ибн Аль-Хасаном, и дискутировал, и получил пользу от дискуссии и беседы, хотя и не последовал их мнению. В чем ты упрекаешь учение ханафи, имам? Я упрекаю их в том, что они не признают хадисы и полагаются на собственное заключение. Но не может быть истинным ислам мусульманина, если он не признает то, что дошло до нас из хадисов пророка. Абу Ханифа не отказывается от хадисов, но он проявляет такую строгость, отбирая их, что не остается ничего, что помогло бы ему вынести заключение. Из тысячи хадисов он признает только 17, а в подлинности остальных он сомневается. Что еще ты ставишь им в вину? Абу Ханифа предполагает еще не произошедшие случаи и выносит для них решения. И также он часто выносит решения, которые не во всем соответствуют законам шариата. Может быть, он стремится к облегчению и к тому, чтобы найти выход, не совершая грех. Но это приводит к бегству от религиозных заповедей. Это некоторые из того, в чем вы расходитесь. А в чем ваши мнения совпадают? Наши мнения совпадают по многим вопросам. Первый из них – то, что я, так же, как и он, считаю, что порядок расположения халифов должен быть таким, каком он был. Некоторые воздержались от Усмана ибн Аффана, как от третьего праведного халифа, и приписали ему некоторые недостатки. Это то, в чем я не согласен. И достаточно нам в этом хадиса посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. У каждого пророка есть друг, и мой друг в раю – Усман. О чем вы говорите? Твоя жена рассказывала мне про Муавию ибн Суфьян. Может быть, она восхваляет его и возвеличивает его дело? Он был ближе всех к его деду Усману ибн Аффану, да будет милостив к нему Аллах, и заявил, что он последователь и отомстит за его кровь. Я знаю, что ты не любишь Муавию, но достаточно с него того, что он объединил мусульман под одним имамом после раскола и разрозненности. Муавия – дядя мусульман, брат Умма Хабибы, матери правоверных. Он из тех, кто писал откровения Аллаха, и тех, за кого помолился посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и да приветствует. Как мне не любить его? Но ты на стороне Али ибн Абу Талиба. И не забывай, что Муавия сражался с ним за халифат. Я люблю Али, да возвеличит его Аллах.
и не отрицаю этого, но власть не строится на том, что нам нравится и что мы любим. Что ты думаешь, Шафи, о том сражении, которое произошло между Али, да возвеличит его Аллах, и Муавия? Я никогда не слышала, чтобы ты говорил об этом. Ох, мама, это смута, от вступления в которую с мечами уберег нас Аллах. Так убережем наши души от вступления в нее нашими языками. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, говорит: «Не поносите моих сподвижников. Воистину, если даже один из вас расходует золото размером с гору Ухуд, это не достигнет мудда одного из них, или даже его половины». Разве ты не согласен с некоторыми, что Али был более достоин халифата, чем Абу Бакр, Умар и Усман? Я считаю, что они были в таком порядке, каком должны были быть. И я в этом уверена. Твое мнение совпадает с моим. В чем? Ты узнаешь это, когда придет время. Я хочу узнать сейчас. Она говорила со мной о своем будущем ребенке. Если пожелает Аллах и будет мальчик, она назовет его Усманом. Хорошо, мама. Ты согласен со мной сейчас, чтобы потом ты не возражал, когда родится ребенок? Я буду возражать только в одном случае. В каком? Если родится девочка. «О наш Господь, открой нам и нашему народу правду, и Ты лучший из открывающих». Мы продолжим разговор на этой встрече, братья мои, о третьем халифе Усмане ибн Аффане. Да будет доволен им Аллах. Что с тобой, Лайс? Ты снова возвращаешься к Усману, хотя ты и раньше рассказывал нам о нем. Я рассказываю вам, брат мой, и настаиваю на беседе о нем, потому что некоторые братья ваши, египтяне, участвовали в выступлении против него и помогали заговорщикам против него, удерживая его в его доме в Медине, до тех пор, пока он не умер мучеником, да смилуется над ним Аллах. После этого случая прошло много лет, брат мой. Я чувствую, что след от того, что сделали некоторые из вас, все еще остается в ваших душах, и будет справедливо, если я исправлю те неправильные мысли, которые вы унаследовали. Ты знаешь, что мы в Египте на стороне Али ибн Абу Талиба, а не на стороне Усмана ибн Аффана. Расскажи нам про Али. Али, да возвеличит его Аллах, был одним из самых близких людей к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И он сказал о нем: «Ты для меня, как Харун для Мусы, не считая того, что после меня не будет пророка». И никто не сравнится с Али в его знаниях, храбрости и родстве с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Приветствие и благословение ему. Кажется, ты возвышаешь Али и Усмана в одно и то же время. Брат мой, Али имеет свое положение, и Усман также имеет свое. Они не противостоят друг другу и не противоречат. И их объединяет то, что они сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и их труд ради распространения религии Аллаха. Но их пути и направления противоречат. Али, да возвеличит его Аллах, присягнул Усману на халифат, помог ему в этом и защищал его, когда заговорщики окружили его в его доме, и отправил Хасана и Хусейна, да будет милостив к ним Аллах, чтобы они защищали его. И он говорил после его убийства: «О Аллах, прокляни убийц Усмана на суше и на море, на равнине и в горах. Это не оправдывает твоего воодушевления, защищая его». Брат мой, Усман, да будет милостив к нему Аллах, подвергался преследованиям и измышлениям, каким не подвергался Али, и поэтому я хотел объяснить, какая несправедливость с ним произошла. И все-таки некоторые из них истинны. Приведите мне что-нибудь из измышлений и претензий, которые приписывают Усману, и я отвечу вам на них. Прости меня, мама. Я не оправдал твоих предположений и не подготавливал убийство моего отца, как ты ожидала. Что это ты говоришь своей матери? Как могли тебя посетить подобные сомнения? Я думал, что если бы ты увидела, что я убиваю своего отца, ты не поверила бы своим глазам. Всех, кто был во дворце, посетили сомнения. А ты, Рашид, да простит тебя Аллах,
отказался присягнуть мне, пока не удостоверишься в моей невиновности. Ты своим постыдным поведением был причиной плохого мнения о тебе. Ты отказался встретиться со своим отцом. А того, кто совершает сомнительное, подозревают, и нет ему награды. Я сделал то, что сделал, потому что ты при жизни отца попыталась отобрать у меня мои права на халифат, и считаю, что попытаешься и после его смерти. Ходи. Клянусь Аллахом, я не захвачу твои права. Ты наследник халифата, и я первым присягну тебе. И разозлишь свою мать, повиноваться которой тебе повелел Аллах. И что может разозлить меня в том, что халифат будет принадлежать тебе или ему? В любом случае, ты мой сын. И все, о чем я мечтаю, чтобы ты был достоин его. Мама, я не хочу быть непослушным, ведь ослушание родителей – самый большой грех после предания сотоварища Аллаху. Наконец ты понял это. Выйди и поцелуй руки твоей матери. Рай под ногами матерей. Я прошу простить меня, мама. Это зависит от того, что ты будешь делать после того, как будешь править халифатом. Я не могу обещать тебе всего одну вещь. Ты можешь просить чего угодно, кроме вмешательства в дела халифата. Бесполезно. Ты не изменился. И никогда не изменишься. Зачем нам опережать события? Мама вмешивается в дела государства не из-за жажды власти, а от того, что оберегает и боится за тебя. Пусть советует мне что угодно, как ей угодно. Я прислушаюсь к ней. Но я не хочу, чтобы она связывалась с людьми, и чтобы они связывались с ней. Это порождает сомнения и кривотолки. Все, что вы упомянули, лишь претензии и измышления, которые не основываются на истине. А как насчет назначения Усманом некоторых своих родственников правителями мусульман, хотя они и не были достойны этого? Муавията ибн Суфьяна назначил Умар, а не Усман. Что касается Валида ибн Укбы, то Усман сказал: «Я назначил его не потому, что он мой брат, а потому, что он сын тети пророка». Что касается Абдуллаха ибн Абу Сарха, который отрекся от ислама после того, как принял его, то он раскаялся и был хорошим мусульманином. А что насчет того, что он сжег свитки Корана? Это лучшее из того, что он сделал, брат мой. Он объединил людей под одним Кораном и повелел сжечь все остальные, после того, как у людей появились разногласия по поводу чтения других свитков. А что насчет того, что приписывают ему об избиении Аммара ибн Ясира и Абдуллаха ибн Масуда, и о том, что он не позволил Абу Зарру отправиться в Зубду? Что касается избиения Аммара и ибн Масуда, то это вздор и клевета, и этому нет основания. Что касается Абу Зарра, то это он попросил разрешения пойти в Зубду, и Усман позволил ему это. Мы не знали всего, что ты рассказал нам про Усмана. Ты очистил наши сердца от тех мыслей, которые посещали нас о нем. Вспоминайте всегда слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Следуйте за моими сподвижниками. Кто полюбил их, тот полюбил меня. Кто причинил им вред, тот причинил вред мне. Лучшие из сподвижников – Абу Бакр, далее Умар, далее Усман. И Али, да возвеличит его Аллах, как и остальных сподвижников. Как вы умаляете достоинство Али, имам? Я не умолил его достоинство. Я сказал, так же, как остальных сподвижников. А среди сподвижников нет недостаточно достойных. Но его значение не меньше, чем у трех предшествующих ему халифов. Достаточно Али достоинства того, что он сподвижник посланника Аллаха. Он рассказывал о нем, сражался вместе с ним, не говоря уже о его родстве с ним. Разве не поднимает его это все до уровня Абу Бакра, Умара и Усмана? Позвольте мне сказать прямо, имам. Вы всего лишь хотите добиться расположения аббасидов и угодить им. Потому что сыновья Али, да возвеличит его Аллах, оспаривают у них халифат.
Аллах знает, что я никому не угождаю за счет блага мусульман. Я знаю причину вашего такого отношения к имаму Али. Вы не можете забыть, что он перенес резиденцию халифата из города посланника Аллаха в Куфу. А для вас с Мединой ничто не сравнится. Дело обстоит не так, как ты говоришь, о мужчина. Как ты сравниваешь Али с остальными сподвижниками, имам? Ведь ты привел в своей книге Муватта хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, о предпочтении им его. Ведь он сказал ему: «Ты мой брат в этом и в другом мире». И сказал о нем: «Чей я господин, того господин и Али». О Аллах, поддержи того, кто поддерживает Али, враждуй с тем, кто враждует с ним. Помоги тому, кто помогает ему, и оставь без помощи того, кто оставит без помощи его. Я знаю все это и пересказываю от того, кто находится здесь. Если ты знаешь это и пересказываешь, почему ты не признаешь его высокое положение, которого он достоин? Скажи нам прямо, имам, чтобы мы поняли тебя в этом вопросе. Моя привязанность борется с моим разумом, и я отдаю предпочтение разуму. Мы не понимаем, что ты имеешь в виду. Я люблю Али, и в моем сердце он занимает то место, о котором вы говорите. Но я обращаюсь к разуму и вижу, что помощники и сторонники Али ведут сражение и не прекращают выступать против представителя власти, стремясь к халифату. Я боюсь оказать им поддержку, которой они оправдают свои сражения, связанные с побуждением к смуте и битве за восстание против представителя власти, повиноваться которому повелел нам Аллах, правитель правоверных. Ассаляму алейкум. Я собрал вас, влиятельные господа, ученые и знатоки права, чтобы посоветоваться с вами о делах государства. Я не хотел ничего решать без вашего присутствия. Да благословит тебя Аллах, правитель правоверных. Вы мои советники. Я прошу вашего мнения, и вы должны дать должный совет без расспросов. Сделаем по воле Аллаха. Начнем с меня. Это мой брат Харун Рашид, наследник халифата, и у него такие же права, как у меня. Где казначей? Да, правитель правоверных. Покажи ему казну халифата, чтобы он взял себе, что пожелает. Я не возьму ничего, не попросив позволения на то. Осталось еще одно, что я хотел бы вам разъяснить. Я не хочу, чтобы женщины вмешивались в дела государства. Ты правильно? Правильно поступаешь, правитель правоверных. То, что было в прошлом, закончилось и прошло, и больше никогда не повторится. Надеюсь, так и будет. Позвольте мне сказать прямо. Среди вас были те, кто обращались к моей матери для выполнения своих нужд, так что возле ее дверей образовались целые очереди. Этого больше не повторится, клянусь Аллахом, если до меня дойдет, что кто-нибудь из вас обратился к ней, я отрублю ему голову и отберу его имущество. Моя мать имеет право на милосердие и заботу с моей стороны, но она не имеет права вмешиваться в дела халифата никоим образом. Доведите это до сведения людей, кто предупреждает, тот не виноват. Ты вернулся к своим любимцам, и они вернулись к тебе. Как я нуждаюсь в вас. Мне нужен тот, кто облегчит для меня бремя халифата. Кто расскажет что-нибудь интересное? Мы уже не помним ничего интересного после того, как испробовали страдания тюрьмы и жестокости плетей. Следы от кнутов до сих пор на наших телах. Хади сделал все, что в его силах, чтобы нас выпустили еще до того, как стал править халифатом. Но начальнику стражи было все равно. Более того, он упрямился и вызывающе вел себя. Начальник стражи ответит за то, что он сделал. Я отправил за ним, и сейчас он идет сюда. Он ослушался наследника халифата, но теперь не сможет ослушаться халифа. Мой господин халиф, пришел начальник стражи. Пусть войдет. Слушаюсь и повинуюсь, господин халиф. Теперь ты узнал повиновение и послушание.
Помнишь ли ты, когда я пришел в тюрьму и попросил тебя отпустить этих моих друзей? Помню, мой господин, но ты отказался сделать это и удвоил нам наказание, упрямясь и бросая вызов. Знаешь ли ты, каково наказание за то, что ты сделал? Сколько плетей он вам дал? Он дал каждому из нас по 10 плетей. Я дам тебе 40 плетей и брошу тебя в тюрьму на время в 4 раза больше того, что провели мои друзья. Это и есть справедливость. Напротив, это снисхождение. Он заслуживает намного большего. Забери его, стражник, чтобы выполнить то, что я велел. Позволь мне оправдаться, мой господин. Что ты можешь сказать? Я буду говорить после того, как халиф позволит мне. Скажи, что хочешь. Я сделал по приказу твоего отца халифа Махди, да будет милостив к нему Аллах. Но ты не обратил внимания на то, что я у тебя попросил. Если бы ты дал мне власть, какую дал мне Махди, если бы приказал то, что приказал он, если бы отправил ко мне своих сыновей, которые противятся твоему приказу, тебя обрадовало бы, если бы я прислушался к ним и ослушался тебя. Нет. Таким я был для твоего отца, и таким буду для тебя. Ты убедителен и здравомыслящ. Я прощаю тебя и оставляю тебя на твоей должности и даю тебе 1000 дирхемов. Благодарю, правитель. Благодарю, правитель. Благодарю. Какие новости, Маржан? Какие новости? Какие новости, госпожа моя? Новости халифата. Фаваз не присылает новости после того, как Хади стал правителем. Я отправила тебя спросить об этом изменении. Я не думаю, что он отправит новости. Как? Халиф Хади предостерег всех, чтобы не обращались к тебе. Но Фаваз знает, что я посадила его на кресло визиря после того, как он пообещал мне доносить обо всех новостях, прежде чем они дойдут до халифа. Времена изменились после правления Махди. Хади, твой сын, угрожает смертью каждому, кто свяжется с тобой. И Фаваз испугался этой угрозы? Что он сказал тебе, когда ты встретилась с ним? Он отказался встретиться со мной и потребовал у своей служанки, чтобы она больше не связывалась со мной. Но Хайзуран больше не обращает внимания и не заботится о ее приказах. Это я дала ему эту должность. И я отберу ее у него. Он воображает, госпожа, как воображают люди, что у тебя больше нет власти. Власть все еще в моих руках. И он заплатит за свою неблагодарность. Ты не перестаешь спрашивать о вероучении Ханафи. Мусульманин стремится к мудрости и ищет ее, где бы она ни была. Ты считаешь, что мудрость в словах Абу Ханифы? Так почему ты не последуешь его учению? Я не буду следовать учению, пока не буду уверен в нем. Я не понимаю тебя, Шафии. Я считаю, что вероучение Ханафи достойно исследования и изучения. Вот и все. Разве тебе недостаточно того, что ты знаешь о нем? Недостаточно, имам. Я хотел бы отправиться в Ирак, чтобы черпать эти знания из их источника. Но что препятствует этому? Я не думаю, что моя мама перенесет тяжести пути и жизнь на чужбине. Тогда ты должен отказаться от путешествия, чтобы не оставлять ее. Первейшее из знаний – это доброта к матерям. И нет награды в поисках конца, оставив начало. Что бы ни случилось, но я не буду непочтительным к матери. Я не боюсь, что ты будешь непочтительным. Я боюсь, что ты упустишь возможность получить награду, с которой не сравнится никакая другая награда. Ты знаешь сподвижника, который захотел воевать на пути Аллаха. И когда посланник Аллаха узнал о том, что у него есть мать, он сказал ему: «Встречайся с Аллахом в доброте с ней,
Ведь ты, совершающий хадж, умру и сражающийся на пути Аллаха. Я оставлю это на Аллаха. Он приведет меня к тому, в чем благо для меня. Знает Аллах, что я не сожалел о чьей-либо смерти так, как я сожалел о смерти моей матери. И после каждого намаза я молюсь за нее. Я чувствую, что ты стремишься поехать в Багдад. Когда ты думаешь отправиться, сынок? Когда ты хочешь, мама. Но при чем тут я? Ты, конечно, поедешь со мной. Я буду помогать тебе во время всего путешествия, тетя. Если бы я могла, дочка. Я уже не в состоянии приносить долгое путешествие. Мы не можем оставить тебя одну, тетя. Я не покину Медину без тебя, мама, и останусь здесь с тобой. Но, сынок, ты ведь отправляешься в путь ради знаний, которым посвятил себя. Я не растрачу награду за поиски знаний, плохо заботясь о тебе. Ради Аллаха, Шафи, не отказывайся от того, что ты задумал. Возьми свою жену и поезжай, а я сама позабочусь о себе. Я не оставлю тебя одну, мама. Я могу найти все нужные для меня знания у прибывающих из Ирака, но я не упущу награду за доброту к своей матери. Нет, ты поедешь, сынок. Нет для меня ничего более тяжелого, чем быть преградой для тебя в получении знаний. Все решено, мама. И разговор ничего не изменит. У меня появилась мысль, Шафи. Благодаря этому ты сможешь получить знания и не оставлять маму одну. Если бы мы могли найти выход. Выход есть. Поезжай, как ты хочешь, в Багдад, а я останусь тут с тетей и буду заботиться о ней, пока ты не вернешься. Нет, поезжай со своим мужем, Хамда. Благослови тебя, Аллах. Не оставляй нас надолго, а если будешь задерживаться, приезжай к нам время от времени. Что ты думаешь об этом? Поезжай, найдешь замену тому, с чем расстаешься. Трудись, ведь сладость жизни в труде. Я видел, что неподвижность воды для нее губительна. Если течет она приятно, а если нет, то неприятно. И львы, не расставшись с землей, не смогли бы напасть, и стрелы, если бы не расставались с луком, не смогли бы попасть. Это и есть весь твой багаж, Шафи? Чем меньше багаж, тем легче его переносить в путешествие. Но ищущие знания несут с собой книги, куда бы они ни шли. Мои книги я несу в голове. Что бы я ни читал один или два раза, я запоминал это. Хвала Аллаху. Благослови тебя, Аллах. Теперь ты можешь вернуться домой, имам. А я начну свой путь. Ты путешествуешь пешком? Знаешь ли ты, какое расстояние отсюда до Багдада? Цель, которую я преследую, облегчит мне путь. Не храбрись. Тебе необходимо верховое животное. Мужчина! Мужчина! Имам! Имам! Что ты делаешь? У меня нет денег заплатить за него. У меня остались из тех, что послал мне Лайс ибн Саад. Ты дал половину из них на женитьбу и отдаешь оставшиеся на путешествие. Сколько ты просишь за это животное? Не меньше одного динара. Вот он, возьми. У меня осталось 2 динара. И я думаю, что они тебе понадобятся, чтобы прокормить себя и животное. Ты делаешь все это для меня, имам. Я надеюсь на вознаграждение от того, кто помогает ищущему знания. Храни тебя, Аллах. Я не думаю, что ты надолго останешься в Багдаде. Ты оставил в Хиджазе жену и мать. И оставляю в нем учителя, от которого я получил знания. Я не задержусь надолго, соизволение Аллаха.
Скажи мне, отец, почему ты не женишь моего брата Хамада, как поженил своего друга Шафи? Я еще не нашел подходящую невесту. Но я нашла ее. И я не думаю, что ты найдешь лучше нее. Отец, что ты думаешь о Нафисе? К Нафисе сватались четверо лучших мужчин Медине. Среди них Мутаман ибн Джафар ас-Садик, Халид ибн Салман, Ашхаб ибн Исмаил. Но ее отец не ответил еще ни одному из них. Ты знаешь, что ее отец приходил ко мне 2 дня назад, чтобы я помог выбрать для нее подходящего мужа. А я скажу ему: оставь всех, кто приходил, и выбери моего сына. Ее отец очень уважает тебя, и я не думаю, что он откажет твоей просьбе. Я не хочу ставить его или себя в затруднительное положение. Какое затруднение? Скажи ему, что Хамад хочет на ней жениться. И пусть он сам выберет из тех, кто посватался к ней. Ты считаешь, что Хамад достоин ее, чтобы я попросил ее для него? Отец, равенство в твоем учении основывается на правдивости и праведности, не больше. А мой брат Хамад выполняет все предписания Аллаха и не приближается к запретному, как ты знаешь. Фатима, Нафиса, внучка посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Она происходит от его рода со стороны матери и отца. А ты тот, кто соблюдает сунну посланника Аллаха и распространяешь его знания и хадисы. Кто ближе тебя к нему? Что ты скажешь, отец? С благословения Аллаха,